клялся и божился, что последнее видео про SG-907, что больше снимать не буду, буду его продавать. Хотел продать, уже выставил на OLX, на запчасти его, по запчастям. А потом что-то пришла в голову хорошая мысль. Решил, думаю, закажу еще раз луч и два мотора. Еще раз попробую, но потом уже буду принимать решение. Ну, пришли мне мои заказы. Вот пришел луч, вот пришли моторы. Ну, попытаемся мы сегодня, во-первых, проверим качество. Вот моторчики, вот лучик. Лучик, в котором все время перегреваются моторы. Видите, никогда ни одного соловезика не пришлют китаёзы. Жадные они. Жадные. Не все. Встал. Посмотрим, как мотор будет стоять. Все вроде встало. Ну ладно. Сейчас проверим моторы. Ну-ка. Вот моторы у нас. Этот мотор у нас. Так, такой, вот такой, возьмем такой, ну давай начнем с этого, да? Без разницы каким концом. Сильно. Наша задача выяснить, греться он будет или нет. Пока не греется. Пока ничего. Можно сказать, уже холодный. Не, он чуть-чуть нагревается. Вот, нагревается. Да нет, даже холодный. Ну так, чуть тепленький. Ну, будем считать нормально. Давай сюда попробуем. Ну, это родной, но переделанный. Ну, вообще нет. Вообще не нагревается, даже остыл. Поэтому у этого ток разряда повыше. Ладно, хорошо. С этим все понятно. Давай с этим теперь. Не греется. Ну что, есть возможность проверить. Поменяем луч и поменяем моторы. Ну, этот мотор, в принципе.
который у нас все время греется. Я не буду вас грузить всей моей деятельностью по замене мотора и луча. Я вам сразу покажу результат. Моторы мы проверили. Ну, чуть-чуть что-то вот так вот, чуть-чуть теплое. Чуть-чуть этот нагрелся немножко. Посмотрим. Хорошо. Посмотрим результат. Приступим. Наша задача проверить, как скоро он или не упадет. Вот, съемку ведем так. Вот. Главное, чтобы он повисел. Вот. Сколько времени он провисит. Так, спутников 13. Можем его поднять чуть повыше. Вот он. Наша задача это проверить работоспособность мотора. Так, качество изображения. Есть изображение. Вот он висит. Опускаем его. Летает, мы его проверяем. Так, камера вроде бы поднялась. Хорошо. Давай. Так, хорошо. Ну, на этом закончили. Ну, что я могу сказать и хочу сказать. Показал себя вполне нормально. Работа моторов стабильная, не нагрелись. Замена прошла успешно, можно менять. Ссылочку на продавца этих моторов я оставлю под видео в описании. Вот. Ну, сразу хочу сказать, что если моторы греются, деформируется луч. Особенно вот эта вот часть вот эта вот, где мотор вот эта вот ячеечка, где гнездышко, куда вставляется мотор сам, она деформируется, и из-за этого происходит плохое сцепление с передаточным колесом или звездочкой. Вот. Из предыдущей партии купленных моторов только последний оказался более-менее нормальным, рабочим. Вот. Но я его все равно заменил на мотор из этой партии. Видите, он не нагрелся, ничего, все работало отлично. Сделал несколько пробных фотографий. Буду его использовать при фотосъемке, потому что все-таки разрешение неплохое. Я посмотрю, какое качество. Но качество зависит от освещенности. Если освещение нормальное, значит и качество так более-менее приличное. Можно даже будет попробовать его на стоках продать. Это фото какое-то, что я сфотографирую. Включил видео на 35 секунд при полных Full HD режимах. Ну, посмотрю, что там получится. Пока первое впечатление хорошее.
Что-то еще выявлю, какие-то недостатки дополню.